В январе 2014 года населению республики было оказано платных услуг на сумму 3 261 тысячи рублей. Более всего возросли объемы ветеринарных и санаторно-оздоровительных услуг. Общий объем реализованных населению бытовых услуг в январе 2014 года составил более 300 миллионов рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг населению приходились на ремонт и строительство жилья и других построек – 28%. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – почти 23%. Парикмахерские и косметические услуги – 9%. И услуги бань, душевых и саун – почти 7%.